хоть какая-то от него польза обществу. Дизлайками помогает мне канал развивать. Один из объектов противника. Раунд начался. Огонь на подавление. Огонь. Для канала единственное, что плохо, если ни лайков, ни дизлайков. А если лайки, дизлайки есть, то просто замечательно. Всем привет. Бомба установлена. Всем привет. Стрим на канале Цердум. Культурный, просьба не ругаться. Давай. Удачной игры тебе. На каком еще раз канале? Цердум. У меня он над башкой в клане написано. Все понял. Хедшотик. Можно ставить. Там еще медик остался. Медик, команда врага уничтожена. Установите бомбу. Бан. Спасибо, бомба Катеринка, за столь высокую оценку уровня моей игры. В пункте. Медик метро бежит на желтый. Трое в пункте. Осторожно, граната! Ой, опять не бан, наверное. Я перед тобой в долгу. Какую рекламу? Я ж не сторонняя ПО, там какую-нибудь фигню. Я рекламлю YouTube канал, который посвящен на 90%. Не знаю, наверное, больше даже процентов Warface'у. За что меня банить? Мне вообще в этом, в Дискорде роль стримера, если чё. Скорее всего, единиц. Ну как, быть стримером, да и все. Наш вер на двойку. Связываешься с модератором. Пишет, что прошу присвоить мне роль стример и ссылку на свой YouTube канал даешь. Все. И там как посчитают, посчитают тебя стримером или не посчитают. Дефис инженер. А, понятно, там мина была. Так что все просто, Аксыч. Раунд выигран. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Не знаю, правда, какие у них критерии. А я как бы заявку подавал, у меня, по-моему, было уже 1000, что ли, подписчиков. О, Флора, привет. Это да, твинк мой. Ну ничего, прикалывается. Мой друг, медик. Резать будет на двойке. О, Флор, благодарю за подписку. Добро пожаловать на культурный канал, свободный. С тобой можно еще поиграть? Ну, на стрим залетайте, обсудим.
Я как бы уже до первого поражения иду, потом на ПТС стрим продолжится, но пока нет поражений. Ха, 15-0 в коллекцию пойдет без смертей.